Друзья, сегодня в гостях у программы «С утра пораньше» на Русском радио художник-декоратор Евгения Ермилова, автор уникальной техники скульптурной живописи. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, вот какие чудесные совершенно работы принесла Евгения к нам. Это были розы, а там были ирисы. И сейчас, Евгения, да, маленький мастер-класс. Вы покажете, как можно выложить очень быстро на подготовленную поверхность какой-то цветок, да? Это будет роза или ирис? Розу. Ее попроще изобразить в таком темпе. То есть это действительно прямо вот такая скульптурная живопись. Когда художник работает, он не любит разговаривать. Но я думаю, что сейчас у нас роза уже практически будет готова. Ну вот практически роза. Как много нужно вот учиться для того, чтобы овладеть этим искусством? Я вот рисую уже 2 года. Вот так, друзья, самая модная техника здесь на Русском радио. Учитесь и творите.